svoje isljedovanje i благодарю от наших преподавателей за то, что они всегда помогают нам по-дружески. А также благодарю за это мероприятие и что мы можем показать вам наша культура, история и образование. Я хочу сказать несколько слов об образовании в Афганистане. Образование в Афганистане министр образования Афганистана Фарида Муман. Один из старших школ в Афганистане, Хабибия школ, находится в Кабул, который был создан в 1903 году. Администрация Карзая получила международную помощь для восстановления системы образования. Около 70 школ с населением 27 тысяч преподавателей, 4,5 миллиона учеников, и там числе 2 миллиона девочек. В 2015 году Афганистан насчитывалось 10,5 миллионов студентов в стране с населением около 27,5 миллионов человек. Сейчас в Афганистане есть много университетов, самые известные из них – Американский университет в Кабуле, который был создан в 2006 году. Другие университеты восстановлены, например, Нангархар-Хос университет на востоке, Герат университет на западе, Кандахар университет на юге и университеты Хос, университеты Хос и Сергун на севере страны. Сегодня в Афганистане, по данным Министерства образования, более 13 миллионов студентов обучаются в школах, колледжах и университетах. В 2015 году один из десятых лучших учителей мира Исаал Азизов вышел из Афганистана. Спасибо за внимание. Thank you.